массивные аксессуары часто связаны с этнической темой коллекции. Эти серьги, браслеты и ожерелья, скорее всего, были подсмотрены в африканских племенах. Наряду с этномотивами дизайнеры предлагают увесистые браслеты из пластика в стиле 80-х, которые можно надевать по 3-4 штуки на одну руку. Крупные камни встречаются в брошах и браслетах, в заколках и пряжках поясов. Еще один источник появления массивных аксессуаров – футуристическое направление. С какой планеты эти минералы, мы можем только догадываться.